Алло, здравствуйте. Кто до нас дозвонился? Алло, здравствуйте. Это радио Драйв 2? Да, конечно. Да, это вам из Питера звонят. Хочу передать привет. Нет, что, зачем привет? Хочу, чтобы вы мне поставили музыку. Да. Ну вы да, расскажите, хочу... кто вы, кому вы хотите передать привет, передавайте. Я это Стасик, вот, Стасус. А, это вы, здравствуйте, Стас, здравствуйте. Да, очень люблю Москву, вы же знаете. Да. Ну, вот, очень много у меня друзей там, всем хочу, но все-таки передам им привет. Ну вот, и хочу, чтобы вы мне поставили модную музыку. Что сейчас Москва слушает? Ну, Москва... Ну, Шаночку, нет? Нагана, Гуф, хотите что-нибудь из этого репертуара? Ну, так другого, я так понимаю, нету, то поставьте это тогда. Кому вы хотели бы передать привет, Стас? Ну, я бы хотел бы, конечно, передать привет, знаете, вот такой маленький низкотраки у вас ездит, бодрый такой, на золотой машине ездит, Эрик называется. Да, конечно, это я и есть. Да, это вы, извините, да. Это вы и есть, я понял. Еще хочу, конечно, передать красноярским пацанам привет, там, Вадику. Хочу передать привет южно-сахалинским пацанам, это Родину. Еще пацанам питерским, и еще кто-то мне жаловался, что я привет не передал. И, короче, тем, кто жаловался на меня, тоже привет хочу передать, что я им не передаю приветы. Ну вот. Все, наверное, ну ставьте свою музыку, короче, давай. Ну, высокосрачный господин Стас, мы, в принципе, ваши координаты засекли. Готовы к вам выдвинуться. Знаем, что вы завтра будете в Санкт-Петербурге. Спасибо, что дозвонились на нашу радиостанцию Drive 2. Выполняем ваш заказ. С нетерпением вас завтра, уважаемые, ждем в городе Героя Москва. Спасибо, сынок, спасибо. Приеду обязательно. Ты обещал квартирку в Рейдисе? Давай, батя, приезжай. Отхапаешь тут, отгребешь, как положено. Давай. Смотри. Мы таких, знаешь, на чем крутили. Все, хорошо, ждем, спасибо. Да, давай. Избегая волнения, от чего через край виляя, вытекает река. Гуляем по Невским берегам в день рождения города. Стакан чая зеленая, ромашкового за полторашку. В ресторанчике Манихани со стаканчиком вискаря, пивком, хапчиком. После всех людей из студии, покурки и зрелищ, прогулки. Зависли с крейзи, Степаном Разиным перед отъездом в Москву. Набухиваемся до безобразия. Помни эти розовые билеты, Питер с типом набуханный, напыханный в хате. Опаздываем на выступление группы. Вчера я отошел от клуба, 1.25 метра. Скинул себя кроссы, кофту, майку, ревнивый задрав нос. Но под ногами был снег, и мне пришлось бегом бежать на квартиру. По дороге меня встретили две машины. Все, отслушал, Стасик, хватит.